Первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина проверила ход обустройства спортивного стадиона на территории Веденской школы номер 3. Объект включат в губернаторский проект «Открытый стадион». Он будет доступен для всех желающих во внеурочное время. Также парламентарий встретилась с педагогическим коллективом школы, обсудила подготовку учреждения к новому учебному году. Все идет по графику. Инспекция прошла в рамках проекта «Новая школа» и подведение предварительных итогов реализации проекта «Подмосковье. Территория перемен», в соответствии с которым выполняются наказы народной программы «Единой России» и губернаторские инициативы.